Короче, мы сейчас в очереди в Алькатрас, хотим проникнуть в тюрьму. У нас билеты проникнуть на... Проникнуть нелегально, потому что у нас билеты на другое время. Ну, да. Точнее, нет, у нас на время на сейчас, а у ребят еще через полчаса. Чем примечательный Алькатрас? Тем, что там снимали фильм «Скалу». Собственно говоря, больше никаких данных у нас про эту тюрьму нет. Ну, помимо того, что там сидели все опасные преступники, конечно. Я не сидел. Короче, с крошкой идем к кораблику, который повезет нас в Алькатрас. К нам даже никто не идет пока. Ну вот, позади нас Сан-Франциско, город Селениска. Ну, недалеко на самом деле плыть. Оказалось, что Алькатрас далеко. Так-то оттуда плыть, блин, до сюда вообще понты. Я бы, короче, если бы бежал оттуда, вообще легко доплыл бы. I'm alive. Never was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Это Алькатрас. Это тюрьма, из которой, по данным, никому не удалось сбежать. Ну, или они не выжили, они пытались. Вот. Есть два человека, которые вроде бы как сбежали из Алькатраса, но их так и не нашли. То есть непонятно, живые они, мертвые. Ну, вид с Алькатраса красивый. То есть, если бы на Алькатрасе у меня была дача, было бы круто. Я бы смотрел на Сан-Франциско. Ну, в принципе, да, с Алькатраса действительно очень хорошо видно город, собственно. То есть ты сидишь в тюрьме, видишь все вот это многообразие жизни. Это такой сарказм. То есть 63-е здесь ничего не делали. Выглядит лучше, чем наша тюрьма. Даже для правдоподобности положили мыло. Там стоял Николас Кейдж в фильме «Скала». Здесь очень круто. Очень круто. Я делаю, что у меня наушники играют. Леди и джентльмены, я смотритель Боб, сердечно приглашаю вас стать заключенными Алькатраса. Безусловно, временно. На линию. В чем дело? Экскурсия не нравится? Экскурсия закончена. You make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love. Вот это вышла экскурсия, ни хрена себе! Короче, друзья, мы в Сан-Франциско. Нашли, смотрите, какого дурака. Валяется. Такой прикольный. Вообще просто кайфуша. Это мы на пирсе номер 39, поэтому если будете в Сан-Франциско, обязательно направляйтесь сюда. Здесь вы увидите морских котиков. Вот там этих дураков вообще полным-полно. Вонючие котики. Другой прыгает, дорогой. Прикольно, ребята. Прямо на фоне Алькатраса. Все. Друзья, собственно говоря, вот столько времени мы провели возле котиков. Но тот котик был прикольный, который валялся. У него собственный пирс. Это его пирс. Это, короче, король всех котиков. Вот котик, мир которого полон людей, которым он дорог. А вообще два друга, котик и чайка. Привет, братан. Как твои дела? Ага. Вонючий вообще. Это те вонючие. Может, это не вонючий. Короче, этот котик один валяется, потому что он единственный не вонючий. Все, ребят, мы покинули Сан-Франциско, город Селениска, он был приятный достаточно. Выехали на хайвей номер один, его еще называют Биг Сур. Сейчас прям по красоте остановились в первом же месте. Ребята говорили, что не надо останавливаться здесь. А тут бас и круто! Тем, аккуратней, Тем. Волны мощные прям. Прыгаем все вместе. Мы увидели в первую очередь вот этот домик, конечно. Домик прям прикольный. Солнышко прикольное. Да, туннель прикольно видно. Маханаты. На миксюре. Рос. Тихо-тихо, куда ты пошел, ты, братан? Очень прикольный пляж. Очень прикольные волны. Очень прикольные мы.
Мы такие прикольные. Где же мы здесь не снимаем? Ну-ка, давайте все будем обниматься. Ты меня стебешь меня, что ли? Да. Я тебе подыгрываю. Нормально. Нормально. Но пока она просто может повторять то, что сказал я. Она тебя пародирует. Я не знаю. Мне кажется, пока вы меня не оставили где-нибудь на полпути, самое время заснять, что я была с вами в путешествии. Хорошее место, друзья. Отмечаем в нашем путеводителе. Видите дом на мысу. Останавливайтесь там. Мы приехали на поле тык. Поле тык! Поле тык! Поле тык! Да пофигу. Мы просто в тыквах. Друзья, мы отвратительные люди. Мы только что взяли и использовали это поле тыкв. Мы не купили ни одной тыквы. Мы просто нагло фотографировались с тыквами. Мы брали их в руки. Мы трогали их, но не купили. Поэтому мы сейчас берем и уходим с поля тыкв. А это моя крошка гуляет на фоне, смотрите, вертикальная радуга. Там кусочек золота. Там заканчивается радуга. Там заканчивается, да. Где заканчивается или где начинается. А это очень красивый маяк. Еще у нас, короче, есть Женька мечта переночевать на маяке. Шторм. Мы хотим это сделать в Шотландии. Там есть маяк. Просто во многих маяках, если ты остаешься на ночь, то очень вероятно, что у тебя поселят домик около маяка. И это тоже, типа, считается маяк. А в Шотландии есть... Ну вот, есть... здесь есть такой. Да, я думаю, что здесь так же. А в Шотландии опция переночевать именно в самом маяке. У тебя окна будут по кругу идти. А вон пеликаны. А вот сам маяк. А вот Лариса. А маяк страшный вообще очень. Ну да. Страшный маяк. You make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love. Женя, рассказывай, где мы, Женя? Скорее, нашим 7 подписчикам очень интересно. Как есть известная шутка, что когда я перееду в Америку, я не буду особо горевать, потому что я в Санта-Барбаре всех знаю. Не помню, чья шутка.